Всем здравствуйте! Известный шоумен Сергей Соседов поделился своим мнением о том, правдивы ли слухи о проблемах Софии Ротару со здоровьем. Обсуждение этой темы поднялось в СМИ не так давно, после появления в сети видео с недавнего выступления народной артистки. Соседов дал тревожный комментарий о ситуации, рассказав о том, как износился организм 74-летней артистки. «Уже прошло все окончено. Да, она неплохо выглядит. Натянуть лицо можно, с ним все что угодно можно сделать. Но нельзя поменять сердце, печенку, желудок, ноги, они же изнашиваются», цитирует Соседова. Однако критик очевидно торопится с выводами. На днях о том, что на самом деле происходит с Ротару, журналистам рассказала ее сестра Аурика. По словам близкой родственницы, София Михайловна не испытывает никаких проблем со здоровьем. Она напомнила, что в желтой прессе певица много раз приписывали отвратительные диагнозы и каждый раз подобные новости оказывались обычной выдумкой. «Это просто сплетни, пушку кто-то пускает. Я не знаю, кому это нужно. То ее замуж выдают, то она болеет. Пусть люди даже не думают, все хорошо», сказала сестра Ротару. Кстати, совсем скоро Ротару приедет в столицу для записи новогодних огоньков. Основную же часть времени София Михайловна проводит в своем загородном доме в Киеве. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока.